Я слышал в келье простой, старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да, имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя, да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли своею щедрою рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных, пред Тобою прости, Отец своих детей. Не вергни нас во искушение и от лукавого прельщения избави нас перед крестом. Так он молился, свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика. Аминь.